Здравствуйте! Мы сегодня проводим интервью у самой Леди Гаги. Она у нас в студии. Ура! Леди Гага! Леди Гага! Леди Гага! Yeah. Hello. Friend. Hello. Присаживайтесь, Леди Гага. Thank you. Все говорят, что вы встречаетесь с Джастином Бибером. Это правда? Oh, no. Sorry, it's my eyes nose tinted. Она говорит, что нет, она не встречается, это все желтая пресса. Так, вам нравится песня Джастина Бибера? Джастин Бибер, it's my friend, it's your boyfriend, it's puppets and whistling. Kiss my baby, kiss you, love, yes, and forcing Jason. Она говорит, она рассказала английскую шутку, поэтому я начала смеяться. Так, а теперь о серьезном, Леди Гага. Вы умеете разговаривать? Я просто понял шутку, простите. Вы умеете разговаривать по-русски? Да! Да, собака! Ладно, перейдем к серьезным. Леди Гага, вы очень позитивная леди, вот. А почему имя Гага? Гага is my dog. Я собаку зовут Гага, и она умерла, к сожалению, и все. Вы очень скучаете по собаке? No, my dog is your living. Ладно, сейчас Леди Гага признайте. Вы любите Джастина Бибера? Джастин Бибер is my friend. And Джастин Бибер только ее друг, больше ничего. А, да, Леди Гага, кстати. Подпишитесь, пожалуйста. Я ваш глубокий фан, подпишитесь. О, oh, yes, yes. Спасибо, Леди Гага. Спасибо.